Эй, ребят, хотите знать, что самое крутое в том, чтобы быть ютубером? Я расскажу вам. В ваших руках платформа, на которой вы можете быть самим собой в кадре. Вам не нужен компромисс между вашим поведением и вашей художественной целостностью. Так что я надеюсь, вы готовы к обзору Лизуна от Дэйва 2018. Тех 50 видео по Лизуну, которые я залил раньше, это по-любому самое безумное. Не может быть. Чё? На следующей неделе я буду крутить 50 спиннеров в ванной, полной лизунов. Да вы в курсах. Да, я типа знаю, что мне уже 30-ник и все такое, но я правда очень люблю то, что я делаю. Хэштег лизучая жизнь. Умоляю, продолжайте мне смотреть. Каждый ютубер такой. Чё, кого любимые куски дерьма, и перейдем сразу к новостям. Твитач бомбит от постов Хиллари Клинтон. Ты тут о политике говоришь? А это не подходит для рекламодателей. Демонетизация. Перейдем к следующей новости. В Сирии все еще бушует гражданская война. Ты говоришь о насилии, а у нас такого не любят. Демонетизация. И к последней новости на сегодня. В Небраске была поймана женщина, похитившая 5 фунтов бисквитного теста. Демонетизация! Чё, за что? Почему меня сейчас демонетизировали? Чё, без понятия, это просто демонетизирован, понятно? Пока. Отписка. А теперь я поотвечаю на ваши вопросы, ребят. XX молочный тост XX спрашивает, как стать успешным на ютубе? На самом деле все очень просто. Вам надо делать контент, который вам самим нравится. Чтобы стать успешным на ютубе, вам надо делать контент, который вам самим нравится. И выкладывать все последовательно. Всегда. Чтобы стать успешным на ютубе, вам надо делать контент, который вам самим нравится. А еще вам нужен бренд. И игровой канал. И выкладывать видео каждый день. И, конечно же, женская грудь на превью. Видели наши видео? Да. Делать контент, который вам самим нравится, используя алгоритмы YouTube как только можно. Если у вас есть контент только на 5 минут, то постарайтесь его растянуть на 10. И не-не, больше никакой груди на превью, это плохая идея. Окей, слушайте, если хотите стать популярным на YouTube, то просто пилите видео про Логана Пола, окей? Новый день, новое видео с извинениями. Итак, какие у нас дела? Это мой точно безоговорочный обзор на новый iPhone, который чуть не отличается от прошлого. Но я каким-то образом растянул видео на 20 минут и вставил 6 реклам. Вау, что за телефон? Он явно лучше Android, и я буду пользоваться им постоянно. Надпись «Мусор». Окей. Ладно, осталось еще 3 на сегодня. А что это? Это новый Android, и он дает защеку всем айфонам. Я буду пользоваться им постоянно. Чувак, клёво. Привет, мы близняшки. У нас нет никаких талантов, но мы милые. И молоденькие. И выглядим одинаково. И по какой-то причине людям нравится на это смотреть. Это пародия на YouTube. На YouTube. Эй, Логан Пол, Логан Пол! Что вы скажете людям, которые говорят, что мне надо было свешивать ребенка, стоять в полибашне? Но я могу им сказать, типа, покупайте мой мерч. Чувак. 10 причин, по которым Логан Пол ненавидит мороженое. Интернет протестует против ненависти к мороженому. Знаменитый придурок снова взялся за старое. Почему карьере Логана Пола настал конец? Ким Стар Киллер тут. И срочная новость. Логан Пол уронил свое шоколадное мороженое. Ну что за ублюдок? Мы кидаем вызов Логану Полу на боксерский поединок. И если он откажется, то он просто сыкливая сука. Чё, кого мерзкие утки? Логан Пол снова во всех новостях. На этот раз он уронил мороженое. Я не собираюсь вставать на счёт в сторону, потому что вдруг это несчастный случай. Нам удалось связаться с компанией, производящей мороженое. И вот что они нам ответили. Цитата. «Мы никогда не слышали о Логане Поле, потому что нам всем больше 15 лет». Так отклинись от этого мороженого. Он коричневый. Логан Пол расист, здесь даже обсуждать нечего. Хотелось бы узнать вашу точку зрения. Как вы думаете, что реально произошло? Пишите в свои комментарии ниже. Эта драма становится слишком негативной. Демонетизация! Нет. Видеодрамы будут монетизироваться. Всегда. Каждый ютубер такой. Ставь лайк, если жизненно, а перевела Алена Лопатина, озвучив виски. Ага.